Насчет того, что в общественных местах там и так далее нельзя ругаться матом, это круто. На самом деле очень хорошо. Я уверена, что культура действительно приобретет от этого. Но для театра и кино, я считаю, это неуместно, потому что ну, в некоторых ролях, например, артисты должны это делать, ну, потому что это там, ну, есть же, так сказать, благой мат. Вот, поэтому я считаю, что артистов театра и кино это не должно затрагивать.